Меня зовут Соломников Артем, я генеральный директор компании «Импринта», российского производителя 3D-принтеров «Геркулес». Мы выпускаем две модели 3D-принтеров для дома и для производства. Когда мы только приступили к разработкам, то поставили себе основную цель – сделать качественный завершенный продукт. Сначала мы решили просто отработать технологию. Мы спроектировали первый прототип, чтобы он работал, на нем можно было печатать детали. Но это был не окончательный вариант. Только спустя несколько месяцев мы получили то, что хотели. В процессе того, как мы занимались разработками, мы получали бесценный опыт. В результате стали появляться уникальные решения. Это печатная голова, технологичная конструкция корпуса, это универсальность продукта как в отношении расходных материалов, так и программного обеспечения. На сегодняшний день могу точно сказать, что мы добились того, чего хотели – простоты и надежности в сочетании с приятным дизайном. Очень волнительно было продавать принтеры собственного производства. Важно было выстраивать взаимоотношения с каждым клиентом, собирать обратную связь, чтобы в дальнейшем понимать, в каком направлении развиваться. При первых продажах помог собственный опыт 3D-печати. Более года мы занимались оказанием услуг по 3D-моделированию и 3D-печати. Непосредственно я принимала заказы, создавала 3D-модели и печатала на 3D-принтере. Именно этот практический опыт помог в дальнейшем при консультировании клиентов и при решении их производственных задач. Наши специалисты по продажам тесно взаимодействуют с техническим отделом и с производством. Это позволяет знать конструкцию оборудования, все его нюансы работы и грамотно консультировать клиентов. Мы постоянно работаем над продуктом, оптимизируем процесс сборки, качество исполнения, качество комплектующих, создаем и испытываем огромное количество прототипов, прежде чем внедрять его в серийные образцы. С самого начала производства мы всегда стремились к тому, чтобы продукция, которую мы выпускаем, была достойного качества. Для этого мы очень тщательно подходим к вопросу выбора комплектующих, осуществляем проверку при приемке, а также многократно тестируем само оборудование. И в итоге мы получили 12 точек контроля, которые позволяют нам выпускать качественную продукцию. Меня зовут Аркадий, я работаю в компании «Импринта» инженером по качеству. Моя главная задача – не допустить производства бракованных принтеров, а также максимально улучшать качество с каждым производимым принтером. Специально для этого мы производим тестовую печать. Суммарное количество тестовой печати составляет не менее 50 часов, что позволяет максимально протестировать принтер в условиях стрессовой нагрузки, то есть в максимальное времени печати. Для этого мы проводим тесты на калибровку, на печать гибкими материалами, на прямолинейность, что позволяет нам устранить неисправности при проведении данных тестов. Все это положительным образом повлияло на наше производство в целом, благодаря чему мы смогли увеличить наши объемы по сравнению с прошлым годом в 3 раза. Как и в самом начале нашей работы, обратная связь от пользователей имеет для нас большое значение. Постоянно общаясь с теми людьми, кто много печатает, можно понять, что действительно необходимо добавить или доработать, а что уже лишнее. Мы верим в то, что наши принтеры станут отличным инструментом для реализации идей наших клиентов.